відповідь тим агресорам, які пытаются захопити нашу державу. Сегодня у нас есть исторический, наверное, максимум, может быть, это еще не предел, насколько объединилась Украина, насколько объединилась Одесса. Более 93% поддержки нашего главнокомандующего президента Украины и верховного главнокомандующего президента Украины Владимира Зеленского. Русские пытаются скрыть, они рассказывают у себя в стране о том, что здесь идет специальная операция. Однако, согласно проведенному социологическому опросу, более 90% одесситов считают и знают, что в Украине идет война. Был нанесен артиллерийский удар по спящему городу. Это впервые нас обстреляли жилой квартал. Это частные строения, но они разрушены, и люди остались без крова. По счастливой случайности никто не пострадал, легкие ранения получил один житель. Конечно, мы поддерживаем инициативу президента Украины, его обращение к мировому сообществу о закрытии неба над Украиной. Это поможет нам сберечь наши города от авиационных ударов и ракетных ударов.